Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин островок. С вами Елена. Сегодня, дорогие друзья, тема видео снова по вашим вопросам. Вопрос от подписчицы звучит так. Скажите, пожалуйста, фиалки на фитиле. Как понять, когда пересаживать с углублением и заменой грунта, а когда срубать голову и омолаживать? Вот по этим двум вопросам, когда, как делать, я нашла у себя две барышни, которые требуют пересадки. Вот эта барышня, это сорт Playful Spectrum. Она стояла тоже на фитильном поливе. Она уже отцвела. Все, последний цветочек, все. Теперь только ее нужно пересадить. Как я определяю, когда какая пересадка нужна? В первую очередь, девочки, я определяю это по тому, какой у барышни нарост стволик. Вот смотрите, здесь очень хорошо видно, что стволика практически нет. А раз стволика нет, и если мы срежем голову, то нам придется очень много убрать листьев, чтобы у фиалочки появился стволик, чтобы она могла укорениться. То есть вот в такой ситуации, когда стволик совсем маленький, я голову не срубаю. Но опять-таки это я, а варианты могут быть другие. Могут еще быть какие-то ситуации. Вот эта барышня, она пересаживалась вместе с тем сортом. Это Оптимара Микеланджело. Это сорт, который практически постоянно цветет. И пересаживать, переукоренять приходится все время обрывать бутоны, потому что цветет постоянно. Вот два сорта пересаживались почти в одно и то же время. Смотрите, какой нарост ствол. Здесь так нарастает ствол, что она начинает даже искривляться. Вот в таком случае, когда очень большой ствол, вот тут вот нужно как раз уже срубать голову. Что мы сейчас и сделаем. Вот такие кардинальные меры. Похоже, не дорезала немного. Или она там бочком в грунт вросла. Что тоже бывает, когда фиалка искривляется, она дает дополнительные корни. Все. Вот смотрите, какой срез. Как бы в бок пополз, наклонилась и вросла сбоку. Такое тоже бывает. Ну и теперь нашу барышню мы немножко разденем от лишних листьев. То есть вот получается, срубаем голову, если большой стволик. Вообще мне очень нравится срубать голову. Это практически самый лучший вариант для того, чтобы фиалочка снова росла. Когда голова срубается с полной заменой вот так вот корней, как я сделала, это называется переукоренение, если я не ошибаюсь. То есть мы фиалочки меняем полностью корневую систему. Вот почему-то у меня, когда эта барышня стоит, она все время в одну сторону клонится. Или я вовремя не успеваю ее немножко перевернуть. Вот можно или так оставить ее, или еще убрать листиков. Но убрать, ну, как-то будет совсем несимметрично. Вот получается, что с этой стороны у нее вот листики подлиннее черенки, а вот с этой покороче. Ну, в принципе, можно ее так оставить. Но, девочки, стволик нужно зачищать обязательно, потому что вот эти вот кожурки все, которые остаются после того, как мы листья убрали, они мешают расти новым корешкам. Поэтому так вот почистим ее.
И вот с этой стороны, где я сейчас чищу, похоже, она наклонялась в сторону грунта. И вот я не знаю, передает камера или нет. Вот здесь вот, поближе, может, подставлю так. Вот смотрите, здесь уже она дает корни. То есть, в принципе, ее посадить в грунт, и она уже очень быстренько примется в рост. Вот и все. Вот эта барышня пойдет на переукоренение. Переукоренение – это когда полностью мы меняем грунт у растения. Полная замена грунта – это переукоренение. Ну вот, теперь мы займемся второй барышней. Эту мы пока отложим в сторону. Вот эта вот красавица. Сейчас мы ее достанем тоже из горшочка. Ставила ловушки или в конце лета, или в начале осени, вот уже не помню. То есть месяца полтора они стоят, насекомых никаких нет, только маленькие пылинки. Теперь мы с этой барышней посмотрим, что делать. Грунт мокрый, потому что после фитильного полива можно было, конечно, и подсушить. Но я не всегда так делаю. Сверху корешков практически нет. Они все идут вниз. А сверху остаются только вот грунт вместе с перлитом у меня здесь. И вот теперь можно удалить лишние листики, чтобы посадить ее с углублением. Вот эти, которые с длинными черенками, они нам совсем не нужны, они весь вид портят. Вот может еще вот эти три убрать для симметрии. Вот этот, да вроде как уже и нормально, уже можно и не убирать. Вот, то есть получается, дорогие друзья, если у нас фиалочка не нарастила стволик, в принципе, можно только ее углубить. Но при углублении, чтобы опять-таки засыпать вот эту часть оголенную стволика, можно немножко срезать грунт. Кто сколько срезает, я обычно смотрю по месту. Вот примерно так. Сейчас я померяю по горшочку, по стаканчику. Ну вот она углубляется и довольно-таки хорошо. Вот. То есть вот теперь ее можно уже посадить. Можно немножко в горшочек досыпать грунта, ложечку, и сверху. Но чтобы опять-таки наша барышня дала быстрее корешки, стволик тоже можно зачистить. Когда я вот так вот омолаживаю фиалочку, то есть вот это вот называется омоложение, а не переукоренение. Переукоренение – это когда полностью меняем корневую систему. А тут мы фиалочку делаем просто молодой барышней. И вот это вот называется омоложение. Вот при такой щадящей пересадке фиалок я вот эти бутончики убирать не буду. Вот смотрите, здесь бутончики, там бутончики. Я их убирать не буду. Она будет сразу и укореняться, и сразу подращивать бутоны. На хорошем грунте, в принципе, обычно на фиалочке не сказывается то, что она осталась с бутонами. Бывает, конечно, сразу вот по виду видно, что фиалочка слабая. Вот если вы чувствуете, что она слабая, тогда лучше цветоносы убрать. А если вы вот видите, как у меня сейчас, здоровые листья, фиалка не больная, то есть, в принципе, тут
нет смысла никакого убирать цветоносы. Но опять каждый решает сам, как лучше в его условиях. Ну вот, дорогие друзья, горшочек я подготовила для того, чтобы укоренить срезанную голову. То есть еще раз повторю, что я срезаю голову только тогда, когда большой стволик. Если стволик небольшой, то я этого не делаю. Тут вот еще что-то такое. Вот сейчас подготовленный горшочек я и посажу нашу красавицу. Так как вот у нее стволик идет как бы вот не прямо, если верх розетки сделать прямо, он как-то идет в бок. Я, наверное, также и отверстие немножко в бок сделаю. Вот каждый раз эта у меня красавица так растет. Хотя мне подписчики писали, что у них все в порядке. Возможно, у меня как-то свет попадает не так, поэтому ее вот так на бок ведет. Или я вовремя не успеваю ее перевернуть. Присыплю немножко стволик и полью. Я раньше, когда переукореняла, если кто смотрел мои видео, то помнят, что все время при укоренении, переукоренении пакетики ставила. Но последнее время я вот посмотрела больших коллекционеров, у кого большие коллекции, они вообще этими пакетиками не пользуются. Поэтому я решила взять с них пример и попробовать. И вы знаете, все прекрасно укореняется, даже листья не вянут. Ну вот примерно и все. Земля прилипла к стволику, больше здесь ничего и не нужно. Ну еще можно в поддончик налить немножко водички, чтобы промок фитиль. Я ее поставлю на фитильный полив. Вот и все. И на верхнюю полочку стеллажа, чтобы она там укоренялась. Там не такой яркий свет приглушенный. Очень хорошо укореняется. Ну, еще забыла красавице поставить название сорта. Это у нас Оптимара Микеланджело. Так. Чтобы знать, как звать эту красавицу, будет укореняться. Ну вот теперь вот эта вот дама. Ей я уже тоже подготовила горшочек, поставила фитиль, немножко грунта подсыпала. Можно ее ставить. Даже с подсыпкой грунта она сидит довольно-таки глубоко. И теперь можно досыпать. Досыпать можно со всех сторон. Вот эту барышню на фитиль я ставить не буду. Иногда задают такой вопрос, вот почему она стояла на фитиле, а после вот такого омоложения я ее на фитиль не ставлю. Девочки, дело в том, что когда она стояла на фитиле, у нее был весь земляной ком опутан корешками. А сейчас у нее корней намного меньше, и в горшке, ну, может быть, даже половина грунта без корней. И когда ее, если я поставлю на фитильный полив, то весь грунт намокнет, и у нее будет сильное переувлажнение. Получается, те корешки, которые у нее остались, им не справиться с той влагой, которая будет вот как раз в грунте. Ну и плюс листовая масса у нее намного меньше, чтобы тоже пить и испарять. Поэтому будет загнивание корневой системы. Поэтому я ее на фитиль не поставлю, но я поставлю дату, когда я ее пересадила, когда произошло вот это омоложение фиалочки. Вот такая молоденькая барышня красивая стала. Вот. И ей всего скорее достаточно. Поливать я ее не буду, потому что она после фитильного полива, и у нее грунт влажный. Теперь можно поставить только палочку с названием сорта. И еще к этой палочке я вот на это место клею наклейку с датой, когда я ее омолодила. И вот от этой даты я примерно смотрю
месяц, иногда полтора. После этого я проверяю корешки. Если корешков достаточно, я ставлю на фитильный полив. Дорогие друзья, в конце видео у меня для вас снова такой вопрос. Нужна ли вам тема про мучнистого червеца? Потому что одна подписчица написала, как он выглядит, спросила. Возможно, еще у кого-то есть вопросы по этому насекомому, которое вредит нашим растениям. Пока у меня есть эта информация, я могу, в принципе, снять это видео для вас, если оно будет актуально. Ну а так на сегодня все. Хорошего вам дня. Всем пока-пока.